Нуб. Помогите, какая-то свинка за мной бегает страшная. Про, я даже в принципе здесь ничего такого и не делал. Ну, молодцы ребята, я побежал. До свидания, свинка Пиги. Читер! Вот мы и в главном меню, да, смотрите, сколько у меня денег, вау, вот это да! Бог! Я бог смерти. И теперь, кто здесь находится, будут в моей ловушке. Теперь вы от меня никогда не скроетесь. Я вас всех уничтожу. Ну, против про, против читера, против бога, в Пиги! Ребят, ну а перед просмотром не забывайте ставить лайки, ну и конечно же подписываться на канал. Приятного просмотра. Нуб. Ой, я зашел в новую игру, и тут я смотрю, написано играть play, да? Play я нажал. Ой, что это такое? Ой! Что? Меня сразу увидели. А кто это? Кто это был? Меня сразу увидели, что? Нажму еще раз играть. Вот, я где-то в другом месте появился. Ой, кто это? Ты кто? Это кто-то страшный какой-то. А что это делать? Ой, ой, он сюда идет? Нет, он просто стоит. Ты кто? Ты кто такой? Он стоит, смотрит на меня. Ты зачем так делаешь? Ох, какой-то солдат. Солдат, пожалуйста, не надо. Не надо, не трогай меня. Сколько их? Смотрите, их два уже. О, а как мне убегать? Так, а тут что такое? Как мне пролезть? Пролазь давай! Я не могу пролезть. Я слишком большой. Я не могу пролезть. Ну. Не понимаю, почему не получается. Ой, а ты что танцуешь, парень? Ой, тут никого нет теперь, да? А где они все? А-а-а, ты тут что ли? Подождите-ка. А я могу сесть на лавочку? Не могу. Ой, а тут, смотрите, морковку просит кто-то. Ты морковку хочешь? А у меня морковки нет. Ой, идет кто-то. А, ты же стоял на одном месте, зачем ты за мной бегаешь? Он страшный, он, наверное, меня хочет убить, он бежит прямо за мной. Так, ой, что это такое? Какая-то штучка, а я могу вот так вот пройти? Ой, нет, я попался! Вот все теперь хорошо, теперь я не попался. Так, а что делать-то надо? Как отсюда убегать? Это что такое, это костер какой-то, костер что ли? Ты чё, меня так пугаешь? Ужас! У меня чуть сердечный приступ не случился. Ой, а я дверь могу открыть, да? О, вот это ты страшный! Кто это такой? Ой, а это кто бегает? Это какой-то... А кто это? Смотрите. Чего? Она его убила? Ничего себе! Прикольно! А тут какое-то вот здание. Plant, Vif, я не знаю, что тут написано. Ой! Ты за мной идешь? Нет! Нет, пожалуйста, спасите! Я могу дверь закрыть? Нет, еще один! Спасите! Они вроде за мной не бегут, да? Отстали! Нет! Вот бежит! Помогите! Какая-то свинка за мной бегает страшная! А как мне убегать-то от них? Ой, а ты кто? А, это тот морковка, который хочет. Да что ж такое-то? Отстаньте от меня! Отстаньте! Ой, танк! Так, а что тут надо сделать? Ой, а я туда залезть могу? Меня снова убили! Зачем вы меня так? Это очень жестокая игра! Про! Так, ну что, мы появляемся, как обычненько, за Джорджика, и тут, в принципе, ничего сложного нет. Так, Джорджи, я надеюсь на то, что вы справитесь, и я побежал, как обычно, подбирать ключи. Так, у меня оранжевый ключ, оранжевым ключом я открываю вот здесь, и теперь здесь должен быть у нас еще один ключик. Надеюсь, у меня команда хорошая, и она сможет мне хотя бы помочь. О, дощечка, класс, дощечка, это круто. Теперь мы идем наверх ставить эту дощечку. Вот сюда мы ее ставим и берем молоточек. Молоточек нам нужен для того, чтобы сломать вот здесь вот входную дверку. Ломаем ее и переходим вниз. Внизу вот здесь тоже есть дощечечка. Давайте мы ее ломаем вот так и подбираем вот здесь лежащую игрушку за этой решеткой. Ну что, игрушка у нас в кармане. Теперь мы поднимаемся наверх, ставим ее вот сюда. Сюда вот мы ее поставили, и теперь остается последняя игрушка. Надеюсь, мы ее сейчас найдем. Я даже, в принципе, здесь ничего такого и не делал. Ну, молодцы, ребята, я побежал. До свидания, свинка Пиги. Читер! Так, я вот сейчас скачал какой-то новый чит, и этот чит накручивает нам победы. То есть я сейчас включаю вот этот чит,
Нажимаю на плей, и у нас постоянно должна будет выходить концовка. Так, ну-ка давайте проверим. Я нажимаю плей. Воу, серьезно? Ничего себе, это же концовка, концовка последней части. О, прикольно, прикольно. Ну-ка, давайте-ка мы сейчас выйдем обратно в меню, пропускаем. Ну-ка, давайте еще разочек. Еще раз нажимаем на плей и, ну-ка, сейчас посмотрим, что будет. Воу, снова концовка. Ха-ха, прикольно. Вот это да. Снова концовка. Я нажимаю на плей, сразу концовка. Интересно, а мне засчитывают деньги? Ну-ка, сейчас выйдем в главное меню и посмотрим. Вот мы и в главном меню. Да, смотрите, сколько у меня денег. Вау, вот это да. Я очень крут. Вот этот чит реально очень классный. Я очень счастлив, что он работает. Надеюсь, меня не забанят. Бог. Я бог смерти. И теперь... Кто здесь находится, будут в моей ловушке. Теперь вы от меня никогда не скроетесь. Я вас всех уничтожу. Получай! И ты тоже получай! Все получайте! Ха-ха-ха-ха-ха! Вы теперь в моем логове! Ха-ха-ха-ха-ха! И вы постоянно будете сюда попадать! Я вас уничтожу! Но вы снова возродитесь и попадете сюда. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы попали на мою территорию. Вы сейчас все получите. Зря вы сюда сунулись. Я настоящий дьявол. И зря вы сюда ко мне сунулись. Получай первый. Ха-ха-ха-ха-ха. Я сейчас с вами немножко поиграю. Давайте мы расставим немножечко капканов, чтобы было веселее. Ух, я смотрю, вон там девочка попалась у нас очень-очень быстрая. Но тебе, конечно же, от меня не скрыться. Я сейчас всех вас порешаю. Ой, какая ты быстрая, но ты от меня все равно никуда не денешься. Я тебя сейчас, конечно же, уничтожу. Ну что, ребята, подходите ко мне, и я вас сразу же завалю своей суперкрутой дубиной. Подходите ко мне. Вы что, боитесь дьявола? И я вас сейчас всех порешаю. Подходите, я сказал. Вот так вот получай. Что-то вы мне надоели. Я ускорю этот процесс. Вот так вот. Ха-ха-ха. Я переместился в будущее. И всех вас уже порешал. Ой, какие же вы веселые. Нуб. Я выбрал какого-то трайтера. Ой, что это значит? Ю, трайтер, я трайтер какой-то, трактор типа. Я теперь должен буду всех их убить, что ли? А, давайте сейчас посмотрим. Так, и что теперь делать? Ой, сколько нас маленьких Джорджей! Вот это да! Джорджи! Ой, тут что-то произошло страшное, я ничего не знаю, что здесь надо делать. Но похоже, я должен всех их порешать, да? Ты кто? Джорджи, ты кто? Я Джордж, а ты тоже Джордж. Ладно, давайте мы сейчас попробуем. Так, а вот здесь кто-нибудь в комнате есть? Нет, тут никого нет. Они побежали все дальше, да? Так, так. А тут как я могу пролезть сюда? Вот смотри. Ой, кто это? А, вот. Я понял, как лазить и лазить. Нет, пожалуйста, я уйду. Уйду, уходим. Я дверь открою. За мной прям бежит. Пожалуйста, помогите, спасите, умоляю. О, а я могу... О, у меня ножик появился. У меня ножик, смотрите, появился какой-то. Давай сейчас попробуем вот этого Джорджика порезать. Джорджик, привет. Привет, я тебя сейчас порежу. Привет. Оп, я порезал Джорджика. И ты, Джорджик, иди сюда. Я тебя тоже порежу. Опа. Опа, я всех Джорджиков режу. Так, дверь закрыл, да? Иди сюда. Я сейчас всех Джорджиков поймаю. Ой, ну тут еще у нас... Я, отстань. За мной бежит. Почему за мной-то? Отстань ты от меня. Ну как можно так долго перемещаться? Ой, я порезал еще одного. На, Джорджик. Так, вот еще один. Привет, Джордж, идем ко мне, я тебя обниму. Вот так вот, хи-хи-хи. Последний остался, да? Наверное, я думаю, что ты последний, Джорджик. Так, Джорджик, здравствуй. Опа, все, я всех их нашел.
Я их всех нашел и порезал. Ничего себе, вот это я мощный! Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят, и до новых встреч. Пока-пока!